Думаешь, надо? Слушайте, это просто сокровище. Варвара Ивановна, это сокровище? Конечно. Варвара Ивановна, я не знаю. Вы знаете, я подумала, может быть, я что-то перепутала и бросила пакет с мусором в мешок с бельем. Но вы знаете, я так обычно никогда не делаю. Я знаю. Преступника с этими уликами кто-то очень сильно напугал. А ему во что бы то ни стало, надо было от этого избавиться. Он это все бросил в первое попавшееся место. Алло. Здравствуйте, Варвара. Это Андрей Сухарев вас беспокоит. Вы простите, что так поздно. Я буквально на пару слов, если можно. Да, я слушаю вас. Мне кажется, я знаю, кто убил Витю. Кто? Думаю, что он сам. То есть вы хотите сказать, что это самоубийство? Не совсем. Понимаете, Витя очень хотел выиграть. Поэтому принимал дерби по этим. Это новейший допинг, его принимают во время тренировок. Да, а почему вы мне решили сейчас это рассказать? Ну, я завтра уезжаю. Обещал Савелий Игнатьевичу отвезти Олесю в Москву. Подумал. Вдруг следователю будет интересно знать про дерби по этим. Хотя, повторюсь, это всего лишь мои предположения. Господин Пряткин еще не приехал. Ваш пропуск на посещение подписан нашим директором? Конечно. Петра Ильича, сами знаете, как с этим строго. Ну, тогда можете пройти в бар. В бар? В бар не хочу. Пойду лучше на улице покурю. А там, глядишь, и Артемий Александрович подойдет. Алло? Что? Моя машина? Способность. Когда вы мне нужны, я не могу вас найти. А когда вы мне не нужны, вы все время рядом. Да вот, я вот, Варвара. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам нужно срочно проникнуть в номер Толика. Варвара, да. Вы что, с ума сошли? Чего это? Вы понимаете, что это подсудное дело, проникновение в чужое жилье? Вы напарник? Вы со мной? Варвара Ивановна, я напарник, но не подельник. Я просто хочу устроить небольшой шмон. И что вы там собираетесь нашмонать? Найти запрещенные препараты. Разумно. И у вас есть план, как мы туда пойдем? А то. Посадят, точно, посадят. Добрый день, уборка номеров.
Какая уборка? Я вчера только въехал. Ну как это? Мне сказали, что вы просили поменять вам свеженькое постельное белье. Вы оставляли вчера нашу карточку на вашей подушке. Вот скажите мне. Я не помню. Сегодня день суматошный был. Не помню. Нет, ну, конечно, если вы не хотите, я могу вам не менять свежее постельное белье. Вы, наверное, хотите все сделать сами, да? Ну, вы знаете, я очень уважаю тех людей, которые все хотят сделать сами. Вы берите, конечно, сделайте сами. Я, в принципе, не против, мне меньше работы. Не надо, не надо. Лучше вы. Лучше я? Да. Ну, я пойду тогда и сделаю сейчас все. Подождите, подождите. А сколько это времени займет? Ну, вы знаете, где-то минут 5-10 точно, да. Поэтому вы можете смело пойти куда-нибудь погулять. Или, не знаю, или, может быть, в кафе спуститься. У нас очень вкусные булочки привезли, да. Вы можете сходить. Попить чай. Хорошо, я быстренько хорошо, все хорошо. Сама справлюсь, да. Я сейчас, да, быстренько все сейчас сделаю, я все. Олесь. Олесь, открой, это я. Иван, скорее. Я уж думала, что он вообще никогда не уйдет. Ой, вы молодец, Полиночка. Ой. Молодец. Работайте, я не буду вам мешать. О, сумку уже успела забрать из номера. Ой, я пошла. С нее и начну. Лиза! Работает. Правильно, у них у всей команды мини-бар отменены. Да. О, я так и знала. Да, точно. Оно. Да, но. Да? Ну, похоже, она, да. Она. Красненькая. Да. А! Что такое? Что с вами? Ногу поверну. Давайте помогу. Да, вы же врач. Врач, да? Врач. Тихо. Аккуратнее, аккуратнее. Ты в спину что-то вступило. Ой. Тихо. Держите, держи. Ой. Да. Отдохнул, называется. Ну, все. Ничего. Гипс будем класть. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Да. Осторожнее, осторожнее. Осторожно. О! Что вы делаете в моем номере? Кто? Я? Вы. Я буду жаловаться. Нет, не будете. Вот. Кажется, я понимаю теперь, как вы работаете. Прошу. Ну, это же какой-то бред. Ну, бред просто какой-то. Ну, я никого... Я правда, я никого не убивал. Городов, он же написал уже чистосердечное уже. Знаете, что это еще доказать надо? Вы лучше объясните, почему в один день мы находим в трех разных местах один и тот же препарат? Да. У вас в холодильнике... В урне, в номере у Олехи. В мусорном пакете, от которого преступник избавился. Это витамины. Это витамины, они очень дорогие. Австрийского производства. У нас они практически не используются. Сегодня утром мы вот с Городовым забрали это у Олеси. А Олеся здесь при чем? Она же не медик, она спортсменка. Ее взял Пряткин, наш тренер. Он ее взял сюда, чтобы помогать спортсменам лыжню готовить. Ну и как бы папе помогать. Ну, на самом деле все из-за Зотова.
Ну, он же просто не доверял никому из врачей, понимаете? Никому не доверял, кроме нее. Вот она и стала ему колоть эту индивидуальную программу, понимаете меня? Простите, а какие у вас отношения с Олесей Городовой? Какие отношения? Да вы гляньте на меня. Я же алкоголик. И никому не нужен. Мы не хотели вас обидеть. Самое противное, что... Я уже и не обижаюсь на все это. Мне уже все равно, по крайней мере, последние лет 10. Понимаете, я думаю, что Олеся перепутала что-то с дозировкой, вот и все. Ага. И Городов тогда взял всю вину на себя, да? Ой, какой вы догадливый. Да. Варвара, да покосите вы это. Это? Да. Да, алло. Да, Артемий Александрович, это я. Да, сейчас буду хорошо. Да, буду. Ага. Это Пряткин. И что? Ну, если вы хотите с ним поговорить, то лучше вам. Ну, как-то официальнее, что ли. Варвара, да. Пойду-ка я с ним действительно поговорю. Попробуйте. Так вот, как вы понимаете, все отменяется. А Картаев, местный директор, отказался вернуть деньги за неиспользованное время. Так что, кому делать нечего, доживайте оплаченный срок. Свободны. Ну что, можно поздравить вас с новым назначением? Теперь наша команда в ваших руках. До случая с Зотовым все было на мази, а теперь непонятно. Ну да. Здрасте. Следователь Сафронов. Я могу задать вам несколько вопросов? Только побыстрее. Мне нужно группу собирать в Москву. Понимаю. Скажите, что вам известно о допинговом скандале, в котором были замешаны Зотов и главный врач команды Савелий Городов? Савелий ни при чем. Ага. Это все Виткины тренера заставляли. Хотели быстрых результатов, а Городов так, сбоку припеку. Но вы же сами тогда были тренером. Чемпионат мира, команда под 50 человек. У каждого свой тренер, за всем не уследишь. А вот эти паразиты, которые хотели на 8 проскочить, уволены. Но подождите, такой старт с огромным призовым фондом. Кто теперь заменит Зотова? Сухарев? О, это полная ерунда. Почему? Получил травму, лечился 3 месяца в Германии и еще полгода будет непригоден к серьезным стартам. Извините, тогда зачем он приехал в Грачи? У него посттравматическая восстановительная программа, которую ведет Савелий. Да. То есть вел. Такие ответственные соревнования. И что? У Зотова не было дублера? Ну какие ответственные соревнования? Обычный коммерческий старт. Под Зотова все было заточено. Даже очень солидный контракт с крупной немецкой компанией был готов. Не судьба. Простите, последний вопрос. Вот вы говорите, такой крупный контракт с солидной фирмой, а этот скандал допинговый. Как это совместить? Зотов был амнистирован. И все вернулось на свои места. Я могу уже? Конечно. До свидания. Да, я слушаю. Алло. Анатолий, скажите, пожалуйста, а это вы кололи успокоительные Олесе? Я после ареста шефа ее не видел. Хотя хотелось поговорить с ней, как-то успокоить, что ли. Вот именно этот препарат, он может вызвать остановку сердца? Нет. Нет? Нет, не думаю. Если только он шел в паре с чем-то, но там надо смотреть взаимодействие. Да? Жалко. Ну, спасибо большое. Вы на меня не обижаетесь? Thank you.
Что, я на месте. Ага, ничего полезного не нашел. Пока. Да это я понял, спасибо. Слушай, мне придется задержаться здесь. Ну, потому что не успел подобраться ко всем членам команды. А мне с каждым лично нужно, сама понимаешь. Значит, Варвара, что у нас получается? Отец пожертвовал собой, потому что дочка, ну, переборщила. Да получается дозой. Вообще ерунда. То есть? Убийства не было. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. И чего, это же наоборот хорошо. А вы, Варвара Ивановна, сделали все, что могли. Да ну. Слушайте, у нее возникла хорошая идея. А не пойти ли на ветер в бассейн? Бассейн, если так через какое-то время, мне номер нужно, я внучку не видела с утра. Господи, я готов ждать до утра. Хорошо. Лизонька, а что это такое? Ты что, плачешь? Что случилось, а? Тебя кто-то обидел? Мама. Что? Что, мила? Я додумала. Что? Он же ко мне приехал. Кто? Матвей. К тебе? А что? Он сейчас все время с этой Ингой. Понимаешь, у них интересы общие. Они на каток вместе ходят, спортом занимаются. Веселые старты вон на катке устроили. Кто быстрее добежит и по дороге к победе, все мозги растерял. А я-то думала, что что-то случилось. Ничего себе, ты-то думала, ты за меня. Ничего себе. За тебя, конечно. Ну, он же к тебе приехал. Ну да. Ну вот. А ты что думала, что если человек к тебе приехал, то он тебе полностью должен принадлежать, да? 100%. Так не бывает. У него своя жизнь должна быть. И у тебя тоже своя жизнь должна быть. Он тебе вообще нужен? Ну, конечно, нужен. А ты его? Откуда я знаю? Как узнать тебе? Ну, я не знаю. Можно просто на человека посмотреть. Увидеть его. Послушать этого человека. Услышать. Тогда все поймешь. Ну, а в крайнем случае, встань на лыжи. Почему на лыжи? Потому что коньки ты уже освоила. Шутка. Поел? Да, поел. А чего такой смурной? Да хотел Лизе в номер отнести, а у нее на двери табличка висит, не беспокоить. Да и дозвониться не смог. Поругались, что ли? Да нет. Ты пойми, Мотя. Каждой женщине свой подход требуется. Вот ты бы взял куда-нибудь Лизу, бы и пригласил. Да куда ее пригласил бы? Ну, я не знаю. Ну, на этом, как его, снегоходе покататься. Я организую. На снегоходе? В снегоходе. Круто, дядь, я у тебя сам хотел спросить. Ну, вот и сделаем. Я вот, например, с Варварой Ивановной в бассейн иду. А у вас что, с Варварой Ивановной серьезно сидеть? Ты это... Ты в своих делах сначала разберись, а потом будешь вопрос всякие задавать. Тоже мне.
Ну что, помогли тебе твои грачи? Да отстань ты от меня уже! Ну мы с тобой гуляли, гуляли, ну значит теперь ты моя! Да какое гуляли? Мы в кино сходили с ребятами и один раз на дискотеку. И то не танцевали, потому что ты в драку ввязался. Так, мы с тобой ходили, значит, теперь все знают, что ты моя тёлка. Да какая твоя тёлка? Инга! Ну, постой здесь. Коль Ведерников, ну-ка иди, я тебе что скажу. Что надо? Я тебе что сказал? Я тебе сказал здесь не появляться? Сказал? Ну, извини тогда. Говорил тебе, чтоб ты не подходил сюда. Тогда получай. Извини, брат. Вот так. Еще раз подойдешь к моей дочери, я тебе башку оторву. Щенок. Понял? Инга, ну чего? Нормально все. Сергей Павлович? Ой. Боже мой. Ой, какой смешной. Ну-ну. Куба далеко! Куба далеко! Куба рядом! Варвара Ивановна! Никак не могу привыкнуть к вашей импульсивности. Знаете, сколько во мне сил, а? Сейчас не время, ладно? Да, не будем терять время. В другой раз. Все эти долгие годы я хранил в своем сердце ваш образ. Очень идет вам патетика, присаживайтесь, пожалуйста. Вы знаете, потому что мои слова, они идут от души. Я понимаю. Да. Жизнь прошла мимо. Я был женат, овдовел. У меня выросли дети. Я думал, все, закат. И вдруг появились вы. Да, я ожил. Да. Мне больше нравится не закат, как вы говорите, солнце, а больше нравится восход луны. Восход, да, восход. Восход, правильно, восход. Восход к новой жизни. Я мчусь к ней. На скоростном автомобиле! Да, только очень сильно не разгоняйтесь, хорошо? Ага. Мы уже в таком возрасте, что немножко опасно. Варвара Ивановна, простите, пожалуйста. Да? А вы не скажете мне вот так, честно, как вы ко мне относитесь? Хорошо. Да? Петр Ильич, я вас уважаю как человека. А как человека? Как человека. Плохое начало. Правда? А может, еще раз? Ага. Попробую. Вы мне интересны. Ага. Да. Как друг, как товарищ. Угу. И все? Все. Извините. Ага. Можно я переоденусь и немного поплаваю? Разрешите? Ага, да. Поплаваю. Господи, простите, ради бога. Простите, я не хотела. Простите. Варвара Ивановна! Варвара Ивановна! Да? А вы что, уже наплавались? Нет, нет, там ничего не работает. Санитарный час. А, слушайте, и столовую уже закрыл. Вообще, это пансионат грачи, какая-то лажа полная. В доме Ризотова кто-то был. С чего взяли? А кто возвращается на место преступления? Кто? Убийца. Ой, Варвара, ну... Убийца. Ну, прекратите вы эти литературные дела. Убийца. Да? Да, он здесь, за мной. Ой. Да, Варвара, ну, аккуратнее. Так, не подглядывай. Тихо, тихо. Глаза закрой, не подглядывай. Так, приготовься. Все, смотри. Дядя разрешил? Сам предложил. Давай, давай, садись, поехали. На два часа снегоход наш. Мне страшно. Что, случилось что-то? Случилось. Но давно. Мы едем или как? Женечка, мы хотим вас... А что, что-то случилось?
беда случилась. Телефонные террористы завелись. Позвонили мне на рабочий номер, сказали, что у меня машина поцарапана. А я на нее кредитов набрала, только недавно ее купила. Но я, естественно, побежала, прибегаю, в мой компьютер влезли и ключ сделали. От 203 номера. Так, вот так. Стоп, Женечка, стоп, минутку. А вы, когда убегали, никого рядом с ресепшеном не видели? Видела. Кого? Такой парень стоял в темных очках. Он, кстати, еще этого Пряткина спрашивал. Чего? Но уже ушел. Сейчас. Он здесь. Это он точно. Надо устроить засаду. Как? Слушайте, давайте лучше полицию вызовем, а? Вдруг он вооружен? Да, Маргарита. Что? Ну что? Вдруг она его сообщница? Ой, Варвара Ивановна, ну прекратите вы это. Давайте обойдемся местными силами. Стоять, полиция! Хорош, Варвара Ивановна! Да? Ну, вы даете. Ого. Ну и как там Олеся? Толик, вот тебе какое дело, только честно. Да никакого. Ну, то-то и оно. Домой пора. Иду, иду. Прощался с иллюзиями. Поехали. Что? Ничего себе, шишак с кулак. Ну, простите. Ладно, ничего страшного. Простите, рука тяжелая. Чего пристали, а? Я Марго знаю давно уже. Мы с ней в школе вместе учились. Потом по институтам разошлись. Я на журфак, она на юридический. Она мне не сообщила об убийстве Зотова. Но он знаменитость, это бомба. К тому же спорт — это вообще мое направление. У меня отец, он бывший функционер спортивный. Так что связи решают все. Ну, Юр, если вы так хорошо разбираетесь в спорте, ответьте нам на несколько вопросов. А что вас интересует? Да ну все. Ну, в первую очередь, Зотов и Сухарев. Так, ну если Зотов... Зотов — это скучный дебил, замороченный на призах. Ну, а что, Сухарев интересней? Так у меня условия, сыщики. Работаем баш на баш. То есть? Расскажите мне, зачем вам понадобился этот контрабандист? А что, Сухарев еще и контрабандист? Нет, только баш на баш. У меня информация тоже просто так с неба не приходит, понимаете? Что-то я знаю, что-то вы знаете. Совместим знания. В результате делаем одно общее. Да не трогайте вы. В результате делаем одно общее дело. Может, еще подержать? Очищаем спорт от мусора. Да не вот это правильно. Давно пора. А то развели коррупцию. Короче, Сухарева в нашей тусе стали звать контрабандистом, потому что
Месяц назад его задержали на таможне в аэропорту с целым мешком фирменных препаратов. Он сказал, что едет с лечения, что, мол, все это там ему прописали. Но там реально был целый мешок, понимаете? Куда ему столько? Ну, все это дело на тормозах спустили, но таможня протокольчик оформила. Был там один небольшой шумок перед его возвращением. В Германии он почти подписал очень крутой рекламный контракт. И перед тем, как его подписать, вот в самой финальной стадии, они его обломали. И что? А почему обломали? Почему? А потому что появился еще более известный спортсмен. Раскаявшийся допинговый нарушитель. Воспитательный слоган. К новым победам без допинга. Это наш убитый, наш труп. Это Зотов. Он умер. Значит, что, контракт бесхозный? А такие контракты бесхозными не бывают. Вот и я тоже так думаю. Ну, думайте дальше. Ну, и сейчас этот контракт будет принадлежать Сухареву. Так вот, по условиям договора, Андрей Сухарев получит 700 тысяч европейских рублей. Это уже за вычетом всех налогов. Вот это да. Ну и в качестве бонуса предложу вам еще одну свежую сплетню про Андрея Сухарева. Да. Ходят слухи, что он обручился с Кирой Крамер. А это кто? А Кира Крамер – это ведущий юрист на этом жирном контракте. О как! О как! Варвара, я надеюсь, у вас уже созрела рабочая версия? Конечно. Поделитесь. Нет, почему? Пока доказательственная база слабовата, боюсь, засмеете. Да ладно, прекратите, вы же напарники. Хорошо, я знаю, кто это сделал, да. Я знаю, как это сделали. Да. Но еще кое-чего не хватает. Для этого мне надо прямо сейчас поговорить с Олесей. Ну вы что, с ума сошли? Ночью на дворе. Так она же целый день спала. И я что? Уже выспалась. Все равно неудобно. Ну, я не знаю. Доброе утро, господин Сухарев. Вы такси заказывали? Прекрасно, будет через полчаса. Пожалуйста. А, я вам не мешала? Ой, собираетесь? Да, мы с Олесей уезжаем. Да? А я ненадолго, я вас не задержу. Андрей, прошу, передайте, пожалуйста, моему знакомому полицейскому это материалы на экспертизу. Что за материалы? Ну, это улики на убийцу Зотова. Это мы нашли в мусорном отсеке у горничной. Представляете, здесь уже ампулы из перчатки резиновые. Ну, чтобы они взяли, сделали экспертизу. А эти не хотят брать. Они говорят, все, у нас есть признание. Нам, мол, это неинтересно. Ну, зачем это? Что? Разве? Что? Неужели можно что-то найти? Ну, конечно. ДНК. Это всякие поджировые кусочки кожи. Ой, что за голова дырявая вообще? Чуть не забыла. Вот это. А тоже. Это что? Это запись видеонаблюдений. Какого видеонаблюдения? Ну, а какого? Подождите, это же запрещено. Ну да, запрещено. Но вы же видели начальника нашего пансионата? Он же военный. У него просто сдвиг на этом. Он говорит, вот чтобы отдыхающие ничего не учудили. Ну. А вы-то сами видели это? Видела. Выходит мужик с пакетом
Лица не увидела. Запись плохого качества. Но там у моего полицейского такая аппаратура, он эту запись вытянет. Хорошо, я передам. Осторожнее, это все в единственном экземпляре. Да, хорошо. Спасибо. Ну, я даже не знаю, что вам пожелать. Да. Веселых стартов. Да. Бегайте, не уставая. До свидания. Я вам совсем забыла сказать адрес того человека, кому вы должны были улики передать. Да? Угу. Да, извините. И вы чего-то не спросили, а я забыла. Проходите. Сюда присесть можно? Да-да, вот, пожалуйста. Ой, хорошо, спасибо большое. Вы, значит, все-таки уверены, что Витю убили? Да. Вы упрямая. Да нет, это не я упрямая. Это факты, Андрюша, упрямая вещь. А какие факты? Наличие человека, который избавился от улик. О, интересно. Дайте мне конвертик. Ну, я вам давала конвертик, диск. Вы мне ничего не давали. Вы что, уничтожили улики? Простите, у меня совершенно нет времени. Прошу вас. Вы убили Зотова, Андрей. Вы убили Зотова, Андрей. И уничтожили улики. А улики это были не настоящие. Настоящие я спрятала в очень надежном месте. Послушайте, вы бредите. Я? Нет. Вы привезли смертельный препарат из Германии. В таможенной описи есть название. Я же говорю, бред. Это были мои лекарства. Это вы так таможникам сказали. А потом от Олеси вы узнали, что Зотов продолжает экспериментировать с дарбопоэтином. И вы не могли не знать, что ваш препарат является страшным ядом. И чтобы вернуть себе рекламный контракт колоссальной стоимости, вы задумали устранить конкурента, но только руками влюбленной в вас Олеси, чтобы самому оставаться в стороне. В случае вы открыли воду посильнее, чтобы вода смыла все следы. Думаю, ваш друг к тому времени был уже мертв. За что не признались, если бы не этот пакет. Вы знали, что ампулы могут проверить и найти в них остатки смертельного препарата. В игры со мной играете? Думаете, у меня больше не осталось этих ампул? Осталось? Представляете, вам хватит и двух доз. Небольшой такой уколечек под кожу головы, и вы окажетесь на небесах.
как этот счастливчик Витюша зовут. Ничего себе, счастливчик, да? Вы у него невесту отбили, жизни лишили. Олеся, как вы заметили, моя невеста. И вы же понимаете, что я не могу ее подставить. Нет, ваша невеста — это Кира Крамер. Она вам контракт вернула. Правда? А это Олеся, это так, отработанный материал. Она бедненькая даже не... Я, понимаете, я заработал контракт, а они отдали его ему. За что? За что? Он что, лучше, чем я? Ну, а? Вы поплачетесь, а я пойду. Сидеть! Ой, я сижу. Где пакет с настоящими уликами? Где? Я покажу. Вот. Настоящие улики. Чего? Это смешно. Правда? Записали меня на диктофон, да. И спущу его в унитаз, как и все остальные ваши улики. Ну что, это же не моя операция, это операция полицейских. А мне кажется, вы блефуете, Варвара. Я это не... Варвара Ивановна, что с вами? Что? Уйдите! Хвань куда? Воды принеси! Воды? Сейчас. Воды, воды. Ну как вы? Все нормально. Гражданка города Валеси? Да. Разрешите, я провожу вас обратно в номер. А что случилось? Ваш коллега Сухарев задержан. Нам может понадобиться ваша помощь. Это провокация, вы слышите? Вы не имеете права! Я повторяю, это провокация! Прекратите орать! В суде разберутся. Вы уже столько натворили, что вас любой практикант посадит. Не, а я вот до конца не могла понять, он это или не он, пока не обнаружила вашу вот эту вот двойную игру с Олесей. Да это бред! Если б не ваша запрещенная законом камера, черта с два вы бы меня поймали, ясно? Простите, про какие камеры вы говорите? Про камеры видеонаблюдения в коридорах. Ну, у нас нет никаких камер видеонаблюдения. Это не положено. Это база отдыха. А не военная база. Что значит нет камер? Тихо. Грузите. Сейчас посмотрю. Варвара Ивановна. Да. Благодарю вас. Ой, за помощь. Вы знаете, я всегда рада. Вы мой кумир. Да все, при чем здесь кумир? Это органы предотвратили второе убийство. Ну а что будет с арестованным городом? К сожалению, с ним все будет в порядке. Да? Я уже подписал все бумаги. Товарищ майор. А почему, к сожалению? Да. Ну, я бы ему впаяла еще статью за лжесвидетельство и сопротивление следственным действиям. Есть за что. Ну? Всего хорошего. До свидания. До свидания. Отойдите от машины. Ну и хорошо. Невиновный человек на свободе. Люди в Москве довольны. Mm-hmm. Все хорошо. Камеру это ж надо. Варвара. Mm-hmm. Вы в номер? Я? Нет. У меня же второй эмоцион. Ну? Вы со мной? Естественно. Куда же я от вас денусь? Прошу. Да, спасибо.